Сегодня в детском пансионе «Анита Большая Семья» праздник. День рождения Владика. Ему сегодня исполнилось 9 лет. Для него это первый настоящий день рождения с поздравлениями, тортом, подарками. Предыдущие дни рождения мальчик не помнит. Он, как принято говорить, из неблагополучной семьи. Отец их бросил, мать принимает наркотики. На протяжении 3 лет Владик был полностью предоставлен сам себе. Мальчик бродяжничал, попрошайничал, воровал, несколько лет не ходил в школу. Но Владику повезло. Уже полгода он живет в московском еврейском детском пансионе. Трудно было расставаться с уличными привычками. Но сейчас Владик ходит в еврейскую школу Эцхаим. Учителя помогают ему наверстать упущенное. У него хорошая одежда, комната, друзья. А директора пансиона Рафаэля и его жену Светлану он называет папа и мама. Есть такой миф, что евреи не пьют, не потребляют наркотики и не бьют своих детей. К сожалению, такие тоже бывают у нас. И поэтому у нас есть проект в Москве, это еврейский детский дом, который открыт для всех нуждающихся детей. И в последние лет мы видели, как много детей, которые пришли из самой тяжелой ситуации, из улицы, из-за самой страшной ситуации в семье, они нашли здесь теплый дом, и нашли здесь родителей, и нашли здесь, на самом деле, будущее и надежду. Московский еврейский детский пансион открыл свои двери в 1999 году. Основатель пансиона Рафаэль Хахиашвили спас более 70 детей от угрозы улицы нищеты. Он лично занимался поиском брошенных еврейских детей на территории России. Вместе с ним мы посетили Иркутск, Омск, Екатеринбург и Челябинск. Рафаэль искал и находил еврейских сирот в детских домах, приютах, больницах, милицейских участках. Рафаэль один из первых в России организовал детский пансион, где во главу угла ставится ребенок. Наша цель как раз, чтобы дети не потеряли того счастья, того детского счастья, которое необходимо в таком возрасте. И самое главное, чтобы дети знали, что у них есть мама, у них есть папа, у них есть семья. Как обычно все дети кричат после школы и домой, так они точно кричат домой. Никто из них не говорит, что они живут в пансионе. Все говорят, они это их дом. А раз дом, раз семья, то они дорожат и честью, и достоинством нашей семьи. У нас, кстати говоря, это присутствует, меня это очень радует. Яник Ландо – самый маленький член семьи. Ему 4,5 года. А одновременно он сторожил пансиона. Яник уже более 3 лет живет здесь. Он всеобщий любимец. Каждый ребенок уделяет ему внимание. Можно сказать, что у Яника 36 братьев и сестер. Ему было 1,5 года. Его привел дедушка. И сказал, что мать от него отказалась. Она пьяница, наркоманка, бросила его. Отец тоже пил. Теперь он уже меня зовет мама, живет со мной. А недавно, вот в этом году, умер отец совершенно молодой. Так что ребенок полностью остался сиротой. С Виталиком мы впервые познакомились 4 года назад. Рафаэль нашел его в детской комнате милиции и привел в пансион. Мать
выгоняла его из дома, била. Виталик месяцами бродяжничал, жил в подъездах, зарабатывал на жизнь собиранием бутылок. Не требуется богатое воображение, чтобы представить, что ждало его в будущем в России. Почему мне нравится? Потому что хорошие ребята, получаю хорошее образование. После окончания школы я хочу пойти в институт, я еще не подобрал, но на профессию менеджера и получить сразу две специальности. Поскольку я в институте, я могу получить две специальности одновременно. Я возьму все экономику и менеджмент. Наташа, Катя и Миша Золотаревы – родные братья и сестры. Они приехали сюда из Воронежа. Первым в пансионе появился 4 года назад Миша. Он самый старший, затем Наташа и Катя. Миша – студент-второкурсник, а девочки готовятся к поступлению в Гнесинское училище. Ребята отлично учатся, занимаются музыкой. Они – любимцы и гордость пансиона. В том году у нас мамы не стало. И сложно, у нас осталось из родителей только бабушка, папа. Не знаю, у меня с детства его не было. Я его вообще не знаю. Да, я видела своего отца один раз. Недавно он приезжал, буквально несколько минут. И мы первый раз видели с Наташей. Так вообще не общался. И уехал. Сейчас я учусь в Институте экономики и культуры на курсе менеджмента, первый курс. Дополнительно сейчас хожу на занятия английским, потому что в будущем я собираюсь в следующий год перейти в другой институт, где требуется знание английского языка. Ну, я хочу стать профессиональным музыкантом. Мы с Катей хотим сделать дуэт. А то, если бы мы как бы остались в Воронеже, неизвестно, что с нами было бы в будущем. Мы никогда не бросим наших детей. Мы все очень хотим, чтобы у Наташи, Миши и Кати, а также все дети еврейского пансиона осуществили свои мечты. Мы хотим, чтобы дети ни в чем не были ограничены и получали все то, что получают еврейские дети в благополучных семьях. Тепло, опеку, защищенность, уверенность в завтрашнем дне. Моя основная установка, чтобы ни один из моих детей не прошел мимо чужого горя. Чтобы не один. Я им всегда говорю, надо мечтать о том, чтобы хотя бы одного человека спасти. Эта мечта вполне осуществима, я так думаю. И мы вот стараемся ее воплотить в жизнь с Божьей помощью. В Танахе, в еврейской Библии, написано несколько раз, когда собирается семья на праздника, не забывайте вдова из сирот, которые вокруг вас. На три основания был создан мир: на основании богослужения, на основании изучения Торы и на основании милосердия.